Сегодня праздничное утро было испорчено для двух торопливых автовладельцев. Момент автокатастрофы на пересечении улиц Химиков и 22 апреля попал в объективы сразу нескольких регистраторов. Так машина с камерой подъезжает к перекрестку. Когда для транспортного потока на Химиков зеленый сигнал сменялся на желтый, водители Тойоты и Лады Калины на высокой скорости пытались закончить маневр. Владелец иномарки вошел в поворот, несмотря на то, что другие автомобили пропускали встречный транспорт. Как результат, эффектное столкновение, и оба торопыги уже никуда не спешили.